Так, ну вот у нас получился вот такой кекс с вами. Как бы вот. Так, ну и для того, чтобы сделать такой у нас с вами кекс, то нам понадобится 8 чайных ложек муки, 4 чайных ложки какао, 8 чайных ложек сахара, немного масла, одно яйцо, вода. Лучше, конечно, брать молоко, но у меня сейчас, к сожалению, молока нет, поэтому я беру воду. Ну, в принципе, это без разницы. Ну и как бы приборы, где мы будем все это дело размешивать. Так, ну давайте теперь возьмем небольшой кусок масла для начала. Ну, примерно где-то вот такого размера, примерно вот. Я примерно не замерял, сколько там грамм. Ну вот, но те пропорции, которые он сейчас показал, примерно такое количество надо масла. Кладем его в какую-нибудь емкость. Ну и теперь надо растопить его в микроволновке, чтобы масло у нас было Ну и после жидкое. того, как мы растопили наше свое масло, вот, как бы оно жидкое, теперь добавляем сюда муку, какао и сахар. В принципе, одновременно можно. И тщательно это все перемешиваем. После того, как мы это все дело перемешали, теперь кладем туда яйцо. Одно яйцо. Как бы. И опять это дело все тщательно перемешиваю. Так, ну вот я по сути все это дело перемешал. Вот. У нас получилось тут. Ну, плохо видно. Теперь добавляем немного воды. Наше тесто должно быть жидкое такое, да, сочно. Не густая, не жидкая, даже как бы как. Ну, не знаю, как какой-то соус, типа. Понемногу добавляем воды и это дело все перемешиваем. Так, ну вот у меня получилось такое тесто. Оно получилось довольно-таки жидкое, наверное. Надо было все-таки, наверное, чуть поменьше воды добавить. Но если у вас получилось слишком жидкое, вы просто поставьте в микроволновку на большее время. Тогда у вас будет, в принципе, нормально все. Далее мы переливаем наше как бы тесто вот в стакан. Как бы. Перелили стакан. Ну и теперь нам просто остается поставить это в микроволновку. Теперь ставим наш кекс, по сути, в микроволновку. Примерно на 3,5 минуты. Так, ну вот у нас получился вот такой кекс с вами. Как бы вот. Он получился довольно-таки маленький, вот как бы с рукой сравнить. Как бы. Достаточно маленький кекс получился. По вкусу я уже пробовал. Он нормальный. Вкусный, в принципе, да. Ну, не знаю, мне лично, в принципе, понравилось. Поскольку он смотрится довольно-таки некрасиво, вы можете его просто посыпать сверху какао. Ну или еще чем-нибудь, не знаю, там, кокосовой стружкой, я не знаю, чем. Карамелью полить, чтобы он покрасивее был. Также вы можете наделать так несколько штук, к примеру, и на стол поставить такие кексики маленькими каждому человеку. К примеру, если там праздник какие-нибудь. Ну, конечно, вы там можно как-то покрасивее сделать все это. Но, в принципе, в итоге у нас получился такой кекс. Смотрится, конечно, как я сказал, не очень, но по вкусу он вкусный. Поэтому, если хотите, обязательно попробуйте. Тут сложного ничего нет. Если вам это видео понравилось, то поставьте лайк. Да, я буду иногда теперь снимать видео по, как бы, кухне, так сказать, короче. Ну ладно. Подписывайтесь на канал. До новых встреч. И всем пока.